Велика премія. Великі люди. Велика попса. 10 березня в неділю на телеканалі Enter Exclusive. Повна версія церемонії нагородження Brit Awards 2002. Real Records представляет. Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Реальная музыка». Меня зовут Таня Бочарова. Через пару минут вас ждет клип столь модной сейчас стилистики японских мультиков манга. А для начала, как всегда, новости. Группа «Чай» впервые в своей истории решила отправиться в гастрольный тур по России на автобусе. Во-первых, новая программа «Чайфов. Оранжевое настроение 4» концептуально-акустическая и не нуждается в большом количестве концертного оборудования. А во-вторых, передвигаясь на колесах, музыканты надеются добраться с концертами до городов и весей, находящихся вдали от основных транспортных артерий страны. Самое страшное в жизни артиста – это вот эти все пересадочки в Женеве, когда ты сидишь на вокзале, в аэропортах. Это самое ужасное. Сами концерты доставляют безумное удовольствие. Это очень приятно. Известный пересмешник, лидер группы Бонни Нем Кирилл Немоляев на днях выпустит свой новый диск «Для вас, женщины», посвященный, естественно, Международному женскому дню. Как и прежде, на нем не окажется ни одной песни самого Кирилла. А вот перепевок советской эстрадной классики сколько угодно. Альбом выйдет ограниченным тиражом. Тираж будет 500 экземпляров. Будем продавать только в одном магазине в Москве. В одном из московских казино прошел аукцион «Звезды в защиту животных». Гостям, среди которых были известные политики и артисты, предлагалось приобрести картины известных столичных художников. А деньги, вырученные от продажи, устроители аукциона обещали передать в приюты для бродячих зверушек. Конечно, я люблю животных, иначе зачем бы я сюда пришла? А кто их не любит, спрашивают. Все мы любим, просто не все, наверное, показываем или не можем продемонстрировать эту самую любовь. Лично для меня опоздание на 2 минуты – это вообще не опоздание. Но мужчины из других галактик могут думать совсем по-другому. Напоминаю, что вы смотрите реальную музыку. Я вернусь к вам по земным меркам очень скоро. Уже завтра в программе «Реальная музыка». Балет «Тодос» отмечает свое 15-летие. Вячеслав Бутусов считает, что Юпитер не похож на Наутилус. Украинский Скрябин мерзнет в Москве. Чтобы не пропустить главного, смотрите в оба. Это «Реальная музыка» и я, Таня Бочарова. В нашем следующем сюжете мы попытаемся приоткрыть завесу тайны над тем, как рождаются шлягеры, и познакомим вас с теми, благодаря кому они появляются на свет. Мы редко задумываемся над тем, что исполнители любимых народом шлягеров вовсе не обязательно являются их авторами. Между тем, именно у песен, написанных профессиональными сочинителями, шансы на народную любовь чрезвычайно велики. Ради чего работают эти профессионалы? Для многих из них вопрос риторический. В большей степени для меня это как бы удовольствие, нежели чем тяжелая работа. Как сказал Сергей Мазаев, я пришел в шоу-бизнес за деньгами, пока мне их не отдадут, я отсюда не уйду. Прагматичный Игорь Матвиенко – один из самых молодых в стане профессиональных песенников. Впрочем, понятие «молодой» в данном случае условно. Просто Игорь, уже многие годы зарабатывающий на жизнь сочинением шлягеров, пока еще не достиг статуса «песенника-небожителя», как его старшие коллеги Александра Пахмутова, Александр Зацепин или, например, Михаил Танич. Каждый из них в теме создания хитов мог бы посвятить отдельную диссертацию. Слава Малежик сказал, что ему нет проблемы писать музыку на мои стихи. Она там уже есть, он говорит. Может быть, заложена какая-то музыка. Я же действительно себе мурлычу какую-то музыку. Наверное, каждый, сочиняющий песни, свою музыку какую-то слышит. Михаилу Таничу уже далеко за 70. Но песни он пишет до сих пор. И в основном для молодых исполнителей. Именно благодаря тюремно-лагерному шансону авторство Танича прославилась группа «Лесоповал». Но на этом круг тем, интересных и подвластных Михаилу Исаевичу, разумеется, не заканчивается. По его собственным словам, он может написать песню о чем угодно, просто потому, что это нужно. Я сел и написал песню «Живу в Тбилиси», называется. Я не живу в Тбилиси, это поет грузинский человек. Я в эту землю, горы, я в эти горы корнями врос, аэропорт. Московский рейс «Гаумарджос». Это грузинское слово. Приветствие.
До свидания. Вот. Надо было, я написал. Вдохновение это или ремесло? Ремесло, равное вдохновению. Несмотря на ударные производственные темпы композиторов и поэтов, работающих на эстрадный цех, новых песен о главном, тех, что поются за праздничным столом, в походах и на лавочке у подъезда, уже давно не наблюдается. Возможно, это объясняется и тем, что вписаться в новые реалии отечественного шоу-бизнеса многим именитым поставщикам шлягеров очень нелегко. Назовите одну песню популярную, которую любили бы люди от мала до велика. Или знали бы от мала до велика. Нет такой песни, по-моему. Или если есть, то я ее не знаю. Вот, поэтому мне не интересно работать в этом жанре. Мне не интересно участвовать в этих песнях года, которые формируются, например, Игорем Крутым, который сам является и продюсером, и автором. Те же из песенников, кого новые условия существования устраивают, остаются и продолжают работать. Пишут песни, относясь к этому процессу в равной степени и как к ремеслу, и как к творчеству. Гонорары не разглашают, предпочитают беседовать об искусстве. Во все века композиторы писали абсолютно разную всегда музыку, начиная там, от полек там, бабочек и заканчивая симфониями. И в любом творчестве и Моцарта, я не знаю, Бетховена, и кого угодно, и Чайковского есть и серьезные произведения, и несерьезные.